Сейчас. У меня есть желание всем нравиться. И я вижу это со стороны. И мне это неприятно. Я хочу не делать этого. Ты хочешь не делать что? Не угождать всем и не, как бы сказать, ну, желание какое-то понравиться есть. Заглядываю в глаза, делаю что-то и жду спасибо. Вот сейчас не так явно это, но все равно это есть. А для чего ты это делаешь? Для чего я это делаю? Для того, чтобы потому что мне проще реализовывать желания других, чем свои собственные. Просьбы других, чем свое собственное. Смотри, ты не хочешь этого делать, но ты делаешь. Ну, да. Я хочу это делать. Но хочу это делать с удовольствием, а не так, как я это делаю сейчас. Так ты хочешь А это с делать? удовольствием не всегда получается. Ты хочешь это делать или ты не хочешь вообще это делать? Потому что ты сказала, что ты этого не хочешь делать. А потом говоришь, что я хочу это делать, но с удовольствием. Ты должна определиться, что ты хочешь. Я не хочу это делать так, как я это делаю. У меня этого очень много, заботы о других. Ну, как бы оно само собой подразумевает наличие тех, о ком заботятся. Слава Богу, что они есть. Но я бы хотела это делать осознанно, что ли, с любовью. Я не знаю, как. Иногда я это делаю вот прям вот надо. А через надо я не хочу этого делать. Ну, через надо ты не будешь удовольствие получать. Ну да. Для меня это, в общем, тяжело, невозможно и так далее. А для чего ты хочешь это делать? Для чего я хочу это делать? Ну вот смотри, у меня пример. Я хочу повесить шторки. Я говорю, давайте я вам повешу шторки. Мне говорят, давай. Я приношу 5 видов шторок, и ни одна не такая. Я говорю, ну вы же хотели вначале, чтобы я повесила. Нет, не надо ничего делать. Не надо на мне. И все. И у меня как бы было желание что-либо сделать. Это может некорректный пример и не такой, как. Но вот сейчас об этом вспомнила. И я вроде как у меня есть желание сделать красивее, лучше. А мне говорят, не надо, не делай. Мне так хорошо. И я, получается, со своей инициативой лезу
ну, как бы лезу и навязываюсь. Я неуместна в своем предложении украсить дом. Мне говорят, не надо. И я обижаюсь на это. Ну, зачем тебе обижаться? Можешь украшать, допустим, свою комнату. Украсила, хотела и там украсить, не захотели. Ты имеешь в виду про квартирантов? Нет, я имею в виду про других членов семьи, с которыми я общаюсь. Про родственников? Ну, можно и так сказать. Ну, родственники всегда же будут. Так говорить. Никто же от них не отказывается. Нет, я имею в виду, что они всегда будут что-то говорить, что не так, как они хотят. Всегда это будет выглядеть не по-ихнему. Приведи другой пример, я не поняла. Ну, что бы ты ни делала, все будет не по-ихнему. Так я спрашиваю, как вам надо? Как вы хотите? Говорят, как хотят. Приношу. Не то. Буквально 5 штук принесла. Даже не разворачивала. Не надо. Но даже гардины не разворачивала. Не надо. И ну, все. Просто. Я соглашаюсь и ухожу. Я же тебе говорил, что надо делать. Лучше ничего не делать. Чтобы ты была ценная, ничего не делай другим. Начни делать себе, для себя. Все, что бы ты ни делала, все делай для себя. Когда тебя попросят, тогда делаешь. Не просят тебя, пусть и будет так, как им хочется. Хорошо. Потому что когда они захотят, и как они захотят, то они попросят тебя так, как они хотят, да, сделать. И ты делаешь так, как они хотят. Как бы это выглядело для тебя ужасно, некрасиво. Но для них это красиво. Угу. Может, для них окна чистые, это для них красиво. Без штор, без ничего. Угу. Хорошо. Тебе надо, ну, как бы увидеть. Ну, ну, опять же, чтобы их увидеть, тебе надо себя увидеть. Как я могу увидеть себя? Ну, все делай для себя. Все, больше ничего не делай. Все, что бы ты делала, делай только для себя. Ну, я, в общем, поняла. Все делать как для себя, да. Не как для себя, а для себя только делать. Понимаешь? Украшиваешь свою комнату так, как тебе хочется. Делай с нее вот все, что тебе хочется. Они же не могут тебе зайти в комнату и сказать, что им не нравится. А если они зайдут, скажут, что им не нравится, скажи, идите в свои комнаты. Пусть вам там нравится. Mm-hmm. А если они не захотят так же сделать, как у тебя, так они придут и скажут, мы бы хотели вот так, как у тебя, чтобы выглядел. Но мы бы хотели там не красный свет, а синий свет. Но чтобы было похоже, как у тебя. Mm-hmm.
И тогда их заинтересует это. А если их это даже не заинтересует, ну, у них такая жизнь. Для них такая жизнь, и она прекрасная. Хорошо. Невозможно, ну, ты не сможешь угодить даже двоим человеку. Не то, что всему миру, представляешь, чтобы угодить. Что Бог должен сделать? Разорваться. Да, а он что делает? Стать разным, стать артистом широкого плана. Нет, а он что делает? Он что, старается для всех что-то сделать? Он дал каждому свободу. Вот самое ценное. И ты даешь им свободу, а сама себе берешь свою свободу. Еще раз, что ты только что сказал? Последняя фраза. Ты им даешь их свободу, а себе берешь свою свободу. Угу. Это самое ценное в мире. Так же и Бог всех в этот мир. Да, они все попали в этот мир, и Он дал всем-всем-всем свободу. Но не каждый хочет принять эту свободу. Он взвалил на плечи себе не свободу, а рабство. Каждый человек угодить другим, ну не себе. И все стали рабами Божьими. Чтобы не быть рабами, а просто Божьими быть, так надо свалить эти все рабства с себя и быть самим свободным, самим собой. Быть свободным. А каждый пусть будет точно такой же свободен. Угу. Благодарю. А другой момент, другой вопрос. Я почему я занимаюсь избеганием того, что я хочу сделать? Еще раз. Сейчас, подожди. Для чего я перескакиваю вниманием с одного на другое, и у меня не получается... Нет, для чего я занимаюсь избеганием от того, чтобы быть свободной, скажем так. Еще раз, от чего ты? В прошлый раз, на прошлом сатсанге, я увидела, как я прыгаю вниманием по кочкам. Да забудь ты за прошлый сатсанг. Давай сейчас. Нет. А я его помню. И да, мне очень нравится эта твоя функция ничего не помнить после кучи информации. Ну, потому что она ненужная. Я же всем вам объясняю. Одна секунда ушла, все, она уже ненужная, потому что есть новая секунда, есть новая жизнь. И в новой жизни надо жить. Успевать в этой секунде прожить, а не смотреть в прошлую секунду. А я какие-то непонятные моменты для меня, в которых я застреваю или не застреваю, или мне так кажется, я их помню, пока я не получу ответ на вопрос, это у меня будет так, этот вопрос сидеть в голове. Пока ты получишь ответ на этот вопрос, уже новый, ну, новая жизнь. Ты должна была новую жизнь прожить, а ты ее не прожила. Да, вот я зависаю в этих моментах. Да, ты зависаешь в прошлом. А я не хочу зависать в прошлом. Я туда... Не зависаю, оставляю, не поняла, не поняла, какая разница. Нет, ну, я должна прийти к какому-то логическому выводу. Так ты делала, ты так ничего не получила. Сделай так, попробуй по-другому. У меня же должен быть какой-то анализ. Так новый момент постоянно меняется, и ты не можешь, ну, ты как
Я понимаю, что я бегу за поездом сзади, как бы, или я не понимаю. Я с опозданием всегда. У меня есть какая-то заторможенность, что ли. Не знаю, как это объяснить. Даже за поездом, потому что ты уже отстала. Ты на одну секунду отстала от поезда, все, поезд уехал, а ты осталась навсегда. Как мне своевременно, в нужное время решать вопросы вовремя, в моменте, а не тормозить и думать об этом по полгода? Это очень напрягает меня. Ну, старайся решать проблемы все в тот момент, когда они возникают. Стараюсь. Но не всегда так получается. Ну, не получилось какое-то сделать, ну, решение какое-то, да? Так не останавливайся на это. Значит, это решение ненужное. Оно не самое главное было в жизни. Его можно отпустить. Значит, что-то новое появится, и его надо в новом решать. Новая секунда появилась, значит, новое какое-то решение уже надо решать. Что-то появится главнее того, чем то, что ты не смогла решить. Это все понятно. Хорошо. Я поняла. Просто не решила вопрос, не возвращаться к нему. Конечно, а как ты сможешь вернуться, тогда ты уже не сможешь решить его, потому что все поменялось. Во время того момента, который ты не решила, он уже ушел, значит, новый появился момент, да? Новая жизнь, новое время. То новая какая-то проблема появилась. А вернувшись из этого момента во вчера, ты не можешь решить ничего там. Потому что ты не можешь попасть во вчера. Угу. Чтобы решить его там. Ты я поняла. Вернуться в прошлое. Все вопросы надо решать своевременно. Угу. И чем быстрее ты это будешь делать, тренироваться, вот у тебя есть там, допустим, час. Все, за час ты решаешь эту проблему или никогда не решаешь, забываешь за нее. Все, значит, она не важная, ты не успела решить. Значит, следующий шаг. Все, ты решаешь следующий вопрос, следующий момент. Опять, если ты не успела это решить в следующем шагу, ты опять пропустила, опять все, это уже ушло, все, новый шаг у тебя, новое решение проблем. И чем быстрее ты будешь решать в новом шагу решение, да, тем легче тебе будет идти дальше. Ну вот именно это я и хочу, потому что я немного торможу, а ты возвращаешь, то я замедленная. Ты хочешь вернуться и решить прошлые шаги, не оставь их, уже все, они ушли. Уже не надо их решать. Угу. Хорошо. Потому что ты когда возвращаешься, придя уже в новый шаг, у тебя уже времени не хватает, ты уже не успеваешь, потому что ты еще и там не решила, и уже новое появилось. И ты опять все упускаешь. Ну, очевидно, так и есть. И третий вопрос. Начала для себя новое дело для того, чтобы уйти от того, которым сейчас занимаюсь. И у меня не получается набрать группу на куклу, которую я хочу. Я уже думаю, туда ли я, в теле двери я стучусь. Может, я недостаточно настойчива. Может, я еще 101 шаг не сделала. Я понимаю, что надо изучить какие-то моменты по рекламе и все в этом роде, но я достаточно упорна, чтобы это делать. Но оно у меня не идет. Знаешь, как говорят, первый блин комом? Возможно. Делаешь следующий шаг.
не останавливаешься, если ты упертая, если ты хочешь добиться чего-то, то делаешь следующий шаг с теми же предложениями. Угу. Все, я услышала. Знаешь, как эти кто-то копает в шахтах, золото добывает, да, так, не докопал полметра, остановился и ушел. Да, кто-то пришел, полметра прокопал и золото нашел. Хотя он копал 100 метров. Надо было полметра копнуть и все. А он оставил это и пошел в другую шахту копать. Он думал, что там уже ничего нет. Он сдался. Ну, вот что-то вроде этого. У меня есть определенные моменты, которые вызывают сомнения. Могу ли я этим заниматься, не имея диплом психолога и так далее. И вот это меня тормозило. Потом я как бы забила на это и сказала, могу. Но вот если будут какие-то неудобные вопросы ко мне, то я уже сейчас начинаю думать, как я на них буду отвечать, и, по-моему, я снова бегу не туда, куда надо, в будущее. И вот ты видишь, ты боишься каких-то вопросов, которые еще тебе не задали, что ты не сможешь на них ответить. Так как ты можешь этим заниматься, если ты боишься каких-то вопросов? Чтобы не бояться никаких вопросов, ты должна быть уверенная в себе. Да, вот это же понимаю и знаю. Но вот как бы нет еще такого разрешения самой себе начать это. Но уже настолько злая, что, по-моему, эти ограничения у меня скоро слетят со всех катушек. Я поняла, Вася, благодарю.